вопрос о взаимодействии прямо к врачу, это действительно тема наиболее проблемная, кадровый вопрос. Видно каждый день, сколько кто стоит в очереди и так далее, какие сроки ожидания. Сейчас контроль мы усилили. Сегодня я поручил руководителям учреждения открыть прямые записи к ряду специалистов, которых раньше не было. В детстве это вот аллерголог, во взрослой сети невролог, уролог, чтобы можно было не через терапевта, а педиатра записываться напрямую. Ну и кадровое обеспечение, Михаил Михайлович, то, что вы поручали, в течение ближайших 2-3 лет мы должны по Ачинску решить. Здесь есть программа сейчас муниципальная, по жилью, краевые мы приняли. Поэтому будем сюда направлять дополнительно увеличенное количество врачей.